На татами приглашаются Наумов Сергей, Самарская область, Шевченко Никита, Ульяновская область. Готовятся мужчины, весовая категория свыше 85 килограммов. Мещеряков Максим, Пензенская область, Попов Антон, Республика Татарстан. Пара номер 29. Победу одержал Козлов Клементий, вышел в полуфинал. На татами приглашаются бой номер 27. Ильин Никита, Чувашская республика, Шкирдов Игорь, Ульяновская область. Готовится пара номер 28. Струнин Никита, Республика Башкортостан, Гладченко Андрей, Республика Татарстан. Победу на первом татами одержал Наумов Сергей. Самарская область занимает третье место.